Здравствуйте! Сегодня я хочу снять небольшое видео про мой подарок на день рождения. Сегодня мой день рождения, мне исполнилось 48 лет. Ну да, возраст хороший. И вот сегодня утром мой муж делал мне прекрасный подарок. Он подарил вот эту вот великолепную коробочку, на которой нарисованы фламинго. Вот. Прекрасную открытку. И когда я заглянула внутрь коробки, я сначала увидела очень много конфет. Это были мои любимые конфеты. Я вот люблю всякие такие конфеты. То есть коробка была полная конфет. Потом я, когда стала заглядывать дальше, я увидела вот такие вот красивые золотые пакетики, в которых лежали некие подарки. Я была вообще, скажем, у меня не было информации, что он мне подарит. Но это оказалось довольно любопытно. Сначала я вытащила вот такую штучку. Я не поняла, но смотрю, это какой-то держатель. Я его пока поставлю сюда, мы будем на него смотреть, что это потом. Потом в следующем пакетике вот в этом лежала вот такая вещь. Я пока еще не знаю, что это такое, потому что да. И, наконец, в третьем пакетике я обнаружила вот эту вещь. Это называется Osmo Pocket DJI. Видеокамера, очень интересная, и в принципе я сначала не поняла, что это такое, но тут не написано, что это видеокамера, это, я думала, какая-то вспышка или что-то. Я не так давно начала свой YouTube канал про то, как готовить, вот, и поэтому подумала, что это какая-то вспышка, чтобы делать лучшее освещение, но нет. Это оказалась, в общем-то, такая портативная камера. Вот я что сейчас хочу сделать. Тут же родилась идея видео, когда я вот эту вот новенькую красивую видеокамеру сейчас хочу открыть. Кстати, еще был один пакетик. В этом пакетике лежала вот такая вот карта памяти. В общем, это все мне пригодится. И, как оказалось, это аксессуары уже вот для этой камеры. Они довольно любопытные, поскольку я женщина, я понимаю, что женщины не всегда хорошо разбираются в технике. И спасибо моему мужу Эдуарду, он все время мне какие-то новинки дарит, очень интересные, там новый телефон, например. А мне очень трудно отказываться от старого. Я, в общем, с одной стороны всегда радуюсь, с другой стороны мне всегда немножко как бы становится страшно, потому что мне придется изучать эту новинку. Ну что мы сделаем сейчас? Значит, мы возьмем, отодвинем коробочки все в сторону. Так, кстати, хотела еще сказать, что дети вот меня сегодня тоже порадовали. Они подарили мне такие прекрасные открытки и вот такие вот сережки из Пандоры. Ну вот, все, я похвасталась, больше не буду. Так, начинаем делать видео про то, как открывать коробочку с вот этой прекрасной камерой. Ну что ж, открываю вот эту коробку. Посмотрим, как она у меня откроется. На самом деле это будет нелегко. Да, начинаю открывать видеокамеру. Вот я запаслась ножницами и ножом. На самом деле это, наверное, может быть и не нужно. Но я не всегда умею открывать такие вещи. Ну, сняла такую штучку. И открытие самой камеры займет некоторое время. Даже, скорее всего, позову кого-нибудь на помощь. А нет, мне удалось вскрыть упаковочку. Смотрите. Так, открываю, снимаю пленочку. А вообще она упакована все очень красиво. Выглядит прекрасно. Но, чтобы мне открыть камеру, мне, наверное, придется вот снять вот это все. Значит, снимаю. Так, что внутри? Внутри еще одна вот такая коробочка. И некая инструкция. Здесь, в общем, вот на китайском языке и, собственно, на английском. Ну, такая информация. Значит, так, открываем дальше. Посмотрите. Па-ба-бам! Что там лежит? Я уже успела посмотреть видео небольшое про эту камеру и знаю, что это чехол. Потому что я ее вижу первый раз. Вот она выглядит. Мне она напоминает некоего робота. Этот робот, он такой дружелюбный. Да, очень здорово. Продолжаем рассматривать содержимое данной коробочки. Ну, почему-то в первую очередь мне хочется посмотреть на чехол. Вот, работает он вот так. Ага, вот.
Там есть инструкция. Есть инструкция. Там есть вот такой вот, скажем, такая штучка носить на руке. Это я люблю. Несколько, вот такой пакетик. В пакетике находится провод и несколько переходничков для камеры. Вот, это все упаковочка. И вот, собственно, сама камера. Она абсолютно интересного дизайна. Здесь, чтобы ее активировать, нужно будет вытащить вот эти вот штучки. Я сейчас не рискну это делать. Вот, это просто было небольшое видео про то, как я открываю эту камеру. Но потом я сделаю видео, как я на ней снимаю. Вообще, я надеюсь ее использовать, конечно, потому что ее можно носить с собой, можно к ней каким-то образом закрепить вот этот вот шнурочек. Я пока не знаю, как. Вот. Ну, привет, новый друг! Я думаю, мы подружимся. Тем более, это абсолютно такая удобная вещь, она хорошо ложится в руку. И мне понравилось. Посмотрим, как она будет в работе. Я подумаю, как ее или его назвать. Потому что на самом деле абсолютно как живое существо. Абсолютно чудесно выглядит. Еще раз посмотрю, собственно, название. Значит, ага, Осмо. Осик можно назвать, ну или как-нибудь еще. Я так примерно придумала. И вот эти вот аксессуары, я их сейчас не буду открывать, но вот это держатель, видимо, для этой камеры. Да, вот он. Тут вот все нарисовано, то есть можно телефон, iPhone соединить с этой камерой. И, собственно, какая-то еще штучка. Ну, я даже не знаю, по-моему, это тоже, вот судя по этим картинкам, как прикреплять на трипод. Будем наблюдать за этой камерой в действии. Спасибо большое моему мужу Эдуарду за приобщение меня к технологиям. Хочу сказать, для многих женщин бывает сложно освоить какую-то новую технику, но мы не сдаемся, и мы будем это делать и в будущем. И посмотрим еще, какие технологии нам сулит развивающаяся промышленность. Я думаю, будет много новых открытий. Сегодняшний день у меня оказался очень интересным и удачным. Привет, новый друг! Всем спасибо, пока! Смотрите мой канал «Вера Дорога», подписывайтесь, и вы узнаете кое-что новенькое. В основном я буду делать видео про то, как готовить, но вот сегодня получилось видео вот про такую вещь, как DJI Osmo камера абсолютно нового типа. Прекрасная, удобная. Я смогу снимать себя, смогу снимать всех окружающих. Вот, кстати, про эту камеру еще могу добавить, что здесь есть такая интересная функция. Например, если я хочу снимать кошку, я фиксирую на эту кошку, как бы там, ну, что-то нажимаю, и камера будет сама следить за ней. Видите, это очень такой чувствительный движок. И здесь много, на самом деле, несмотря на то, что эта вещь очень маленькая, много технологий внутри уже встроены. Будем надеяться, что мне удастся как можно быстрее ее освоить. Спасибо за внимание. Пока!